Бурдершафт с картошкой. Давай бурдершафт. Давай. А бурдершафт? Смотрите и учитесь. Картошка с подругой на бурдершафт. Всем привет, мои хорошие. С вами Айка Эмери и обворожительно неповторимая... Смущенная Аскратива. И сегодня мы снимаем для вас видео в Бургер Стейшн. Ура! Здесь такая новогодняя атмосфера, это просто что-то с чем-то. Ссылку на Burger Station мы оставим в инфобоксе, вы можете перейти посмотреть. Это заведение находится недалеко от метро Газиасланова. И здесь очень вкусные бургеры, которые мы заказали. Также есть вот такой вот бургер-ролл. Кстати, у них в инстаграме показано, как их найти. Прямо напротив маркета Нептун находится, если что. Пацан. Просто с этого надо начать, по мне. Да. Я очень люблю донер, и он немножко напоминает донер. Скорее, это зажил. Или куриный донер. Перчатки. Да, надо надеть. Какой острый. Очень острый. Острый, но при этом... Вкусно. Надеваем. Инструкция по надеванию перчаток. Черных. Даже в размерах они. У них даже размер есть. Да. Это у нас S-ка, по-моему. Да. Ой, да, Фатя, это прям то, что ты любишь. Он такой, он прям острый? Горит. Да, острый, очень острый. Очень-очень острый. А еще здесь мой любимый сырный соус. Обожаю здесь чесночный соус. Он просто превосходен. Как тебе, Фатя? Очень вкусно. Реально очень вкусно. Если вы любитель острого, обязательно нужно попробовать. Мне тоже дай салфеточки. Угу. Я очень люблю такое. Если бы я не болела, я бы съела все, прям даже айкну половину. Но мне врач сказал, что мне нельзя острого много есть. Чтобы поскорее выздороветь, а то у меня горло болит. Развязай свой. Еще у нас есть два вида салатов. Один это типа ПП, здоровое питание. Я люблю. Мы будем есть из одной тарелки. Как видео с тортиком. Кстати, видео с тортиком в честь 50 тысяч подписчиков у меня на канале. Ссылка на мой канал, как всегда, внизу. Красавица моя, вот твоя часть бургера. Спасибо. Он чуть разрушился, это от твоего выпало. Какой чего? Салат, Вадя, попробуем. Да. Очень вкусный салат. Прям порции у них, знаете, такие большие. Да, ребят, я уже выздоровела, просто у меня... Мне врач сказал, у меня есть острое. И меньше болтать. Да, потому что у меня фарингит. Вау. Мне кажется, если вы на диете, это просто идеальный вариант. Да. Надо мою маму сюда привезти. Обязательно. Я очень люблю редиску. Здесь как раз таки она есть. Я все люблю. Такой свеженький. Это белое сверху, это сыр, да? Не скреби. Маленькие помидорчики, какие они малепусенькие. Есть руккола, укропчик из салата. Мы называем это чахой. Mm-hmm.
И щует. Укроп это щует, правильно? Я на полном серьезе предлагаю устроиться сюда на работу, узнать все рецепты и уволиться. Подобный салат я могла бы приготовить, но я не уверена. Как нарезать орех так мелко? Это кропотливая работа. Лучше прийти в Burger Station и поесть готовое. Ну что ж, будем пробовать. Да, давай. Этот бургер называется Smoked Burger. Такого бургера нет нигде в Азербайджане. Он с индейкой и с омлетом. Обалденно просто. Выглядит просто обалденно. Ты показала вам? В моей части прям соус течет. Там внутри барбекю соус. Вау. Вау. Мне нравится. Этот соус, он очень в тему, этот барбекю соус. Я его люблю. Можно я сделаю вот так? Можно. Просто потом не расстраивайся, когда тебе напишут комментарии. Айка, я должна признаться тебе. Признавайся. Я люблю этот бургер. А как же я? Прости, теперь между нами с тобой все кончено. Я снимаю видео с бургером. Ты можешь уходить, пока. На этот раз это была я. Кажется, да? Руки жирные. На этот раз я. Это не я, это стул. Диван кожаный. Не получается повторить. Неприлично. Эти два соуса мне очень нравятся. Вот такой вот чесночный соус нету нигде. Ребята, вы скажете, что мы молчим? Мы потеряли дар речи. Прям хочется вот так сделать. Красавчик. На улице такой ветер, а мы сидим в тепле, как хомяки едим. У меня в школе учительница всегда говорила, что надо хорошо покушать, чтобы не было холодно с утра. Мне кажется, у нас даже менталитет такой, мы любим пожрать. Говорим. Какие-то страны любят активный отдых, там куда-то ездить, какие-то страны смотреть. Вот я не люблю ходить по достопримечательностям, не знаю, для меня хороший отдых. Пойти в хорошее место, где вкусно кормят, посидеть, да. Покушать, да. С подругой, да? С
подругу, конечно. Со мной. Конечно. Для меня это самый лучший отдых. Я вам и до этого говорила, вот я не люблю отдых. Все тащить с собой, не знаю, какой-то пикник. Быстро-быстро со скоростью света резать салат. Лучше в неделю один раз отдохнуть, но пойти вот спокойно посидеть и съесть что-то вкусное, согласись. Угу. Давай этот попробуем. Да, конечно. Он с тунцом. Здесь тоже много видов зелени. И сверху соус еще. Вкусный соус. Мне нравится. Этот очень классный, но он просто очень острый. Я люблю острый, мне просто нельзя, врач запретил. Горло сразу болит. Как же это вкусно. Сегодняшние салаты выше всяких похвал. Надо будет запомнить, как они назывались. Грин-салат и салат с тунцом. Мне очень понравился вот этот вот грин-салат. Если бы на диете, мне кажется, очень классно. А если вы просто любите покушать, и вы не на диете, то тоже можно. Попробуем салат с тунцом тоже. У меня в России подруга была. Ее звали Саша, ее все назвали тунец. Почему? Не знаю. Что, из-за внешности или? Нет, ей сама тоже так нравилось. Тунец? Да, и вот до меня сюда не доходило, что почему тунец-то? У меня эта рыба сразу ассоциируется с ней. Где в меню я не вижу эту рыбу, я сразу думаю, о, Саша, как же ты там? Не общаетесь? Уже нет. Прошли годы, поменялись интересы. Мы даже не подписаны друг на друга в Инстаграме. Вообще есть у тебя подружки из Москвы, России, то есть остались? Да, есть одна, с которой мы так общаемся. Ее зовут Даша. Вот так мы как-то чисто случайно наткнулись друг на друга в Инстаграме. И все. Салаты очень понравились, бургер. А это бывает, например, отношения на расстоянии или дружба на расстоянии. Для меня это очень трудно. Да. Особенно дружба на расстоянии. Потому что менталитет уже другой, интересы другие. Она не знает, что у меня в жизни происходит, о чем ей рассказать. Ну, как бы мне не получается, если честно. Бывает, люди уезжают за границу, но менталитет у них не меняется с годами даже. А бывает, уезжают и за какие-то пару лет становятся другими людьми. И все равно уже общих каких-то моментов становится с каждым годом все меньше и меньше. Да. Но салат. Вообще, будет вообще бомба. Это тоже вкусно. Давай подведем итоги. Я даже эту картошку не попробовала. Я твою картошку не попробовала. Попробуй. Брудершафт с картошкой. Давай брудершафт. Давай. А брудершафт? Смотрите и учитесь. Картошка с подругой на брудершафт. Я всегда так кушаю. Давай теперь эту картошку. Учитесь, второй дубль. Давай тоже. Новый год же все-таки. Это безалкогольный чай. У тебя вообще похоже на пиво. Чай. Дети проходят. Они думают, что мы здесь. Три парня проходило, и один из них вот так он сделал, посмотрел. Что происходит?
Мы просто специально сидим напротив окна, чтобы свет хорошо падал, и мы хорошо выходили. Ой, это не я. И чтобы, если асквотима лопнет, стекло легче вытирать. Так как это было уже наше второе видео, мы уже немножечко наелись, но несмотря на это, очень-очень вкусно, очень сытно, классно. Я просто не знаю, что еще сказать. Это мое любимое заведение. Ссылочку вы можете найти в инфобоксе. Все ссылки внизу под видео, на наши инстаграмы. Да, на наш канал. Но на этом, я думаю, пора уже закругляться. Мы вас всех очень любим. Всех с наступающим. Всем желаем счастья в новом году. Всем пока. Как на брудершафт пили. Тут три парня проходят. Да. Я здесь согнулся. Он так сделал? Да. Прям так рукой? Да, ты не видела? Я была увлечена едой.